В автомобиле подушки и личные вещи. «Мерседес» со спальными местами выглядит далеко не как автомобиль премиум-класса. Перевозили в нем пассажиров в лежачем положении. Трудно представить, но сотрудники госавтоинспекции обнаружили в этом небольшом фургоне 18 человек, 7 из них – дети. Все они ехали из Киргизии в Москву. Инспекторы ДПС выяснили, что в 2017 году водитель был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Сотрудникам госавтоинспекции Рязанской области водитель заявил, что якобы не знал о лишении права управления и поэтому отправился в рейс из Киргизии в Москву. По факту данного правонарушения инспекторами ДПС ГИБДД составлен административный материал. Случай с переоборудованием фургона для перевозки пассажиров не первый. На этой неделе инспекторы ДПС остановили фургон Volkswagen, в котором незаконно был переоборудован грузовой отсек. Водитель транспортного средства утверждал, что сделал это, чтобы ездить с семьей на охоту и рыбалку. А 5 сентября сотрудники в Скопинском районе остановили переоборудованный минивэн Hyundai, который перевозил 10 граждан Таджикистана и Узбекистана. Всего выявлено 808 автобусов, передвигавшихся с неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. К таким условиям относится и незаконное внесение изменений в конструкцию транспортных средств. Опасность переоборудования транспортных средств заключается в том, что самодельные лежачие места не обеспечивают безопасность пассажиров. В случае даже не сильного столкновения пассажиры рискуют получить серьезные травмы. Для детей тяжесть последствий от такого ДТП значительно возрастает. Как отметили в пресс-службе регионального ГИБДД, эксплуатация транспортного средства запрещается, если в конструкцию внесены изменения без разрешения ведомства или иных органов, определенных правительством страны. Дина Исляева, телекомпания «Город».